Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Алан Кроль. И у меня сегодня в гостях пастор церкви Оливиста Ило Нинамяги. В прошлой программе мы говорили об удивительном событии, о пробуждении, которое происходило в городе Таллин, церкви Оливиста. Это пробуждение называли Эфата. Можно сказать, что пробуждение началось в 1968 году, когда многие люди получили на сердце желание собираться и искать Господа. Пастор Рейн Уэмейс, в то время он был просто братом Рейном, и его брат, родной брат Халлиант, они начали проводить у себя дома молитвенные собрания. Люди часто проводили целые ночи, молясь Богу. Пастор Рейн описывал это так, что люди молились всю ночь и утром одевали галстуки, выпивали чашку кофе и шли на работу, и не чувствовали никакой усталости. И это была небольшая группа людей, которая начала собираться и молиться. И Господь стал показывать, что Он желает сделать в Эстонии. И люди начали исполняться Святым Духом. Позже это пробуждение перешло в малые группы, которые собирались в помещениях церкви Оливиста. И там все было переполнено людьми, и пришлось перейти в часовню Марии. И она вскоре также была переполнена людьми, и тогда решили перейти в большой зал. Во второй половине 70-х годов, где-то 77-78 год, люди начали приезжать из всего Советского Союза в церковь Оливиста. И я помню, как ты, Юля, мне рассказывал, что люди видели видение о городе Таллин, видели церковь с большой башней, и Господь говорил им, что они должны поехать туда. Люди даже не знали, находится ли город Таллин в Советском Союзе или нет, сверялись по карте и находили, что все-таки город Таллин находится в Советском Союзе. Они покупали билеты и приезжали в Таллин и искали эту церковь с самой высокой башней. И с этого началось, как я уже сказал, самое большое пробуждение и исцеление, которое произошло за все время существования Советского Союза. С чего это началось и как начиналось это пробуждение? Об этом мы говорили в прошлой программе. А сегодня мы бы хотели немного поговорить о том, каким образом верующие распознали Божий почерк, и в то же время, почему некоторые люди боролись против этого во время того, как пробуждение было на пике. Часто случается, что мы просим, чтобы Господь дал пробуждение, а когда Господь дает его, мы говорим, что мы хотели другое пробуждение, не такое. Для этого я и пригласил пастора Юлу Нинамяги, чтобы вспомнить эти времена. Не для того, чтобы сделать из этого урок истории и говорить о том, что произошло когда-то, но чтобы мы начали желать и ожидать эти вещи. Так что добро пожаловать, Юлю, на нашу программу. Спасибо. Расскажи немного о том, как люди отнеслись к этому движению. Когда проповедовали Евангелие спасения, тогда все были согласны. Но когда первые люди начали падать от действия Духа Святого, то с этим уже многие не могли согласиться. Или когда начали говорить об исцелении, об исполнении Святым Духом и о молитве на языках, какую реакцию это вызывало у людей? Реакция была, конечно, различной. Я, конечно же, наблюдал положительную сторону дела. Тут очень многое зависит от того, кто твой друг и с кем ты общаешься. Я был свидетелем того, как в зал заходило 200 мужчин в больших шляпах. Они снимали свои большие шляпы перед входом и входили в церковь Оливиста. Это было как чудо, это было как откровение. В принципе, это именно и происходило в реальности. Эти люди приходили на самом деле. Они приходили со своими детьми, которые нуждались в исцелении. В церкви обедали, там же проходили служения, и были различные вещи, которые вызывали неприятности. Это вызывало проблемы у тех, кто приезжал издалека. Некоторые верующие открывали двери своих домов, принимали людей, а другим приходилось спать на полу на Балтийском вокзале, подкладывая газету под голову. А в церкви людей нельзя было оставлять. В 23 часа вечера церковь должна была быть пустой от людей и закрываться. Было также много людей-добровольцев, которые очень быстро убирали помещение церкви. И в 23:00 нужно было закрывать. Siis paljud vabatahtlikud koristasid suure kiirusega, et
То есть у нас были временные ограничения. В то время, как Бог исцелял, брат Рейн Уимейс должен был делать регулярно отчеты о том, что происходило. И говорил, что исцелений не проходит. Это было настолько смешно, потому что в то время Господь массово исцелял. Часовня Марья была забита костылями. Их даже пришлось подвинуть в угол, чтобы они не мешали, и чтобы люди не падали на них. И в то время кто-то сделал даже фотографию случайно. Так часто раньше не фотографировали. И это была фотография, на которой было до потолка. Около алтаря сложена гора из костылей в часовне Марья. И в то же самое время продолжали писать о том, что чудеса закончились в дни апостолов, и даже молитва на языках и действие Святого Духа тоже закончилось. Атмосфера была далеко непростой. Нужно было постоянно отчитываться. Я отдаю честь брату Рейну за то, что он выстоял и верил, и прошел тогда, когда, казалось, выхода не было, он шел дальше. К тому же он также еще вел хор Эфата, то есть на нем была большая нагрузка. И были времена, когда нелегко было сделать шаг вперед. Надо было изо всех сил стараться и делать эти шаги. Надо было противостать всем этим давлениям. В то же время Святой Дух действовал, и Он действовал и в других местах. Карл Рейн рассказывал, как у него дома люди исцелялись, исполнялись Духа Святого. Все происходило. В то же время ездили в другие места, на Хиюма. Например, Лино Вево со своей супругой погибли в автокатастрофе в то время. Таких мест, где Господь не действовал бы через людей, было очень мало. Господь двигался. И все, кто получали эту силу, шли с этим свидетельством. Поэтому в духовном мире было напряжение. Христиане были сильным свидетельством того, что делает Господь. И в то время люди приходили к Господу, принимали Христа в свое сердце, оставляли свои партбилеты. И Бог показывал им выход. Церковь Оливисте являлась в то время маяком, духовным маяком, и люди могли видеть этот свет. И это было также как бы противостояние всему советскому режиму, который пытался разрушить все хорошее, живое. И само по себе вся эта ситуация с пробуждением — это было событием. Церковь Оливисте, служение Эфата, также служение методистской церкви, где выступал ансамбль села. Это было событием. И в Оливисте собиралась большая команда людей и начали говорить, что Эфата — это не просто хор, а это люди, которые приходят в церковь искать Господа в пятницу часами напролет. И люди в прямом смысле слова стояли в дверях и за дверями, искали лица Божьего. Люди оставляли свои занятия, дни рождения, юбилеи и прибегали искать присутствие Божьего. Также это было и в субботу. И самым важным было находиться рядом с Господом в тот момент. То есть Господь нашел людей из разных движений. Карл Рейн говорил, если кто-то из телезрителей не знает, то Карл Рейн является учителем лютеранской церкви. Он говорил о методистской церкви, где собирались массы народа. И люди слушали даже из открытых окон церкви, когда ансамбль выступал. Это были два места, где Божий народ собирался вместе. И в это время, как мне рассказывали, не было различия, был ли ты баптист, лютеранин или пятидесятник. Не было таких различий. Кажется, что пробуждение смогло расплавить все эти названия.
Это и было самым захватывающим, что если кто-то проповедовал церкви Оливиста, то приходили люди из методистской церкви и также из других церквей. Это было самым захватывающим моментом. И когда кто-то проповедовал на Мерипуиста в воскресенье утром, то все собирались вместе. Ja jagas sõna meil Oleviste kirikust, tulid sealt inimesed metodisti kirikust ja teistest kogudustest tulid teda kuulema. Kui Teedi tuli ja pidas pühapäeva hommikul kõnet merepõiestel, siis läksime kõik sinna. Ja kui ta pidas Если кто-то проповедовал у Януса или у кого-то другого дома, в секретной обстановке, то все шли туда. Народ собирался там, где что-то происходило. Было изумительно наблюдать, как в народе было единство. И никто не говорил о том, что я только по своей принадлежности здесь нахожусь. Никто об этом не говорил. Важно было, чтобы ты был христианином, чтобы стал новым творением. Вот это было самым важным. Иисус стал самым важным для людей, а не какая-то церковная принадлежность или вероисповедание. Иисус скрепил людей между собой. В то же время те, кто присоединились к этому движению, попали между двух огней. С одной стороны, было государство, КГБ, всевозможные репрессии, и люди, которые также были против этого движения. То есть со всех сторон было какое-то давление. Один пастор рассказывал, что в то время приехал один человек из-за границы и спросил, здесь ли проходит собрание исцеления. На что в ответ услышал, нет, мы таким невежеством не занимаемся. Это показывает, насколько все распределилось на два лагеря. И кажется, что это характерная черта для всякого пробуждения. С одной стороны, это создает единство, а с другой стороны, разногласия. Я думаю, что мы не найдем в истории ни одного такого христианского пробуждения, где было бы абсолютное единство. И я думаю, что такие вещи должны быть для нас предостережением, чтобы когда Господь начнет свою работу, не получилось так, что мы пойдем против течения Божьего. Чтобы не было так, как я сказал в начале программы, что мы будем просить пробуждения, а когда Господь пошлет нам его, то мы скажем, что мы такого не хотели. И мы не хотели каких-то странных людей, которые будут в церкви есть свои бутерброды с колбасой, будут бросать мусор на пол. Потому что мы знаем, что так было в Оливисте, и из-за этого мы можем не хотеть такого пробуждения. Да. Юля, может, ты расскажешь, кого больше всего притянуло это пробуждение? Это были простые люди, или интеллигенты, молодые, или старые? Первое пробуждение притянуло больше всего людей среднего возраста. Были, конечно, и те, кто первый раз в своей жизни увидели даже туалет, которым пользовались водой. Что это такое? Они не могли понять. Рейн пригласил к себе людей из украинской глубинки, и они действительно удивились туалету. Так что были и те, кто приехал из мест, где не было цивилизации. Но также приходили интеллигентные люди, врачи, например. И только когда они давали свидетельство, выяснялось, кем они были. Были и филологи, и высокообразованные люди. Но большая часть все-таки была простые люди. Из школы Орал Робертса приехала группа интересных людей. Они сняли всю работу Оливиста на видео. И в часовне Мария, и в Оливист они все засняли. И я знаю, что за это надо было стоять. От этого было много проблем, чтобы это продолжалось дальше. Кто позволил, кто дал разрешение? Это было 77-78 год. Когда к нам приехал мощный коллектив под названием «Живой звук», который приехал целым автобусом. И в 78 году, немного позже это, приехал мужчина, который ходил по Луне. Его звали Джеймс Эрней, астронавт. Было много небывалых гостей, и все они приносили пробуждение. Их проповеди размножались огромными количествами. Siis jõudis kohale
Esmaspäevasel päeval jõudis kohale mees, kes on kuu peal kõndinud, James Irwin. Väga selliseid erakordseid külalisi. Тогда Джеймс Эрней сказал, что Бог на земле важнее человека на Луне. Он говорил о чудесах, которые Господь совершил для него. И в то время на судне Георг Коц из Финляндии приехал мужчина, который только пришел ко спасению и сразу же исполнился Духом Святым. И он принес слово для нас. Он ходил по городу, потом нашел нас, и мы очень гордились тем, что он мог наблюдать настоящее пробуждение, когда все было в лучшем состоянии. И он сказал, что я видел, что я верю, что придет еще большее пробуждение, среди которого придет Иисус. Если в Таллине произошло пробуждение, то придет Иисус. Он говорил о втором пробуждении, которое впереди. Это было очень интересное пророчество. Я лично придерживаюсь его, я верю в него, потому что до момента, когда церковь возьмется с земли, произойдет еще одно большое пробуждение в Таллине. И люди будут приходить к Господу, избавляться от грехов и смогут начать новую жизнь для Иисуса Христа. И мы должны хранить это пророчество и верить в него. И мы верим, что будет полное обращение. Люди будут обращаться к Богу. Расскажи нам о тех проповедях, которые проповедовались в то время. Одним из самых важных посланий, которые делал в то время брат Рейн Уэмейс. Кстати, приходило очень много писем со всех сторон к нему. И там даже было просто иногда брату Рейну. И письмо доходило. Слава Богу, почта работала хорошо, как и другие виды деятельности. И, наверное, и на почте у КГБ были свои люди, и сразу все приходило на место. В то время приехал Раймонд и Тилус, и они поделились очень хорошим учением. Это было учение о пробуждении. Потом эту проповедь переписывали бесчетное количество раз. В ней речь шла об Иисусе. Представь, что ты находишься в пустыне, ты изнемог, устал от жары, и единственное, что хочется, это стакан воды. И чего бы ты попросил в такой момент? Может, попросил бы ведро воды? Но в действительности лучшая молитва в таком состоянии была бы: «Иисус, я желаю только Тебя». И таким образом мы закрепили за Иисусом Его первое место. Суть была не удовлетворять свои желания стаканом воды, не ведром воды, но Иисус. Я хочу только Тебя. И если у Тебя есть Иисус, то у Тебя есть целый океан, все реки, которые полны живой воды. Это было одно из посланий. В то же время Брайт Рейн проводил очень интеллектуальные, современные евангельские проповеди. Он говорил на тему ценности жизни, о смысле жизни. Очень хорошие и современные проповеди. И также было очень много свидетельств того, кого Господь спас, кого исцелил. Они были настолько исполнены жизни, что народ сиял. Все были едины. Эти проповеди, песни, призывы к алтарю со словами «Приди к Иисусу». Это было очень сильно. В течение песен люди массами выходили вперед. И люди рассказывали о том, что Бог сделал в их жизнях, что произошло, что было изменено, что было исцелено. И несколько рядов молодых людей стояли перед алтарем во время призывов, и там мы молились и учили на основании материалов Билли Грэма, как правильно поступать с людьми,
Надо было обязательно связаться с человеком в течение 24 часов. Как вести себя с человеком? Это мы учились из книг Билли Грэма. Материалите järgi, kuidas juhatada inimest õieti usu teel, võtta 24 tunni jooksul tema kontakti ja kuidas see inge hoidmine kõik käib. И после этого пика русского пробуждения в 1984 году приехал сам Билли Грэм. В то время начали проводиться большие обыски. Только у меня дома изъяли 500 кассет и также всю переписку. И потом хотели со мной лично очень основательно поговорить. Даже увезли меня в другой город. Это были очень тяжелые времена. Люди были очень ранены после этого. Это не были легкие времена. У людей на долгое время остались раны. И все-таки Господь мощно действовал в церквях. Кажется, что для работников церкви это был особо тяжелый период, потому что была большая нагрузка с организацией всех собраний, с молитвой. Я знаю, что люди, которые просили молитву о спасении для неспасенных, должны были потом сами связаться с этим человеком. Потом количество людей настолько возросло, что это было тяжело выполнимым заданием. А были ли люди, которые перегорели или сдались? Это хороший вопрос. Конечно, были люди, которые говорили, что больше уже не могут. И я поражался таким людям. Были те, кто, перерабатывались, перетруждались. Потому что это была большая работа, это был большой труд, это было большое напряжение. Были ночные, дневные молитвы. И люди исполнялись Святым Духом. Нужно было исповедовать Слово, говорить Слово. И такие дома, вот таких людей созидали людей. И оттуда выходили новые работники в Царстве Божьем. Одним словом, настоящие мужи Божьи. В то время богослужения длились почти что целыми днями. И везде, где люди собирались, они искали Господа. Молились. Это было очень мощно. Я надеюсь, что этот удивительный поиск, эта жажда, она вернется. Когда ты готов сделать все, переставить стулья в церкви, переставить ряды, чтобы уместить всех людей каким-то образом, и чтобы также могли прийти неспасенные люди. И мы видели, что верующие приходили, смело занимали первые места, потому что все хотели быть максимально задействованы, максимально приближены к месту, где Божье присутствие. И это приводило также иногда к неприятностям. Ты спрашивал, были ли неприятности, проблемы? Да, были, люди обижались. Что до этого у кого-то было лучшее место, лучший обзор, а потом вдруг сделали систему по билетам. Если с собой был неспасенный человек, то ты мог получить лучшее место. Это очень сильно пропагандировало взять с собой неспасенного человека и получить лучшее место в зале. Но некоторые обижались, когда не могли получить хорошее место просто так. Мне, конечно, очень жаль, что так было. Но мы делали все возможное, чтобы люди могли прийти и услышать Евангелие. Все-таки все не было таким уж черно-белым, что пробуждение — это рай на земле, все счастливы. У меня сложилось впечатление, что пробуждение — это на самом деле большая работа. Это работа с напряжениями. Так, как описывает 6 глава Деяний апостола, когда собралось большое количество людей народа.
то среди народа поднялся ропот. Другими словами, пробуждение привело большие массы народа. Но в народе начался ропот. Кажется, что без этого не может обойтись ни одно пробуждение. За все должна быть заплачена своя цена. Во-первых, эта цена была заплачена в молитве. Во-вторых, работники заплатили цену тем, что им приходилось вступить в конфликт с властями и с родными, которые не могли этого понять, почему вы делаете то или другое. Они жертвовали свое время, своими отношениями с родными. Это должны быть такие отношения, которые надо было продумывать, потому что Иисус говорил, что если человек хочет построить башню, но ему надо сесть и продумать, есть ли у него необходимое все для этого. Inimene hakkab ehitama torni, siis ta peaks kõigepealt istuma maha ja mõtlema läbi, kas tal on reaalset ressursse, et viia lõpule see. И кажется, что все эти темы, без которых на самом деле не может обойтись ни одно пробуждение. Может, под конец поделишься тем, что бы ты сделал по-другому, если бы это зависело от тебя? О чем ты жалеешь? Что ты хотел бы изменить в том, что было? Kui see sõltuks ainult sinust, teeksid teistmoodi. Või mida sa kahetsed, midagi, mida oleks võinud ümber muuta. Может, это поиск Господа. Он должен был бы остаться таким, как был тогда. Эти собрания по пятницам, субботам. Но мы должны также понять, что это был в тот момент также идеологический конфликт. Представьте себе, баптистского общества, братский вестник, газета. Это была единственная вот такая газета в Советском Союзе. Там было сообщено о таллинском ветре, что дует он как-то неправильно. То есть Святой Дух получил новое название – таллинский ветер. И как ты сказал, вот такие моменты, они истощили как бы людей. Это не было совсем легко, потому что само баптистское движение, оно не совсем это понимало. Нам много раз говорили, если ты хочешь пробуждения, то ты должен забыть про все удобства. И второй момент, который можно было бы сохранить, это дух молитвы, чтобы он остался на главном плане. Больше требований к себе. Но в какой-то момент началось новое движение, эстонское народное движение. Там был уже совсем другой настрой. Надо было сохранить пояс Господа. Нужно было это сделать, чтобы это сохранилось до тех пор, пока Господь нас не пощадит опять мощным образом. Большое спасибо, Юло. Я верю, это было что-то уникальное и неповторимое в нашей истории. И я верю, что Господь творит новые вещи. Поэтому мы и беседуем на эти темы о том, что Господь делал на нашей земле раньше. Потому что когда начнут совершаться новые вещи, чтобы мы могли распознать работу Святого Духа и не препятствовать Ему, не действовать против Него, но содействовать этому движению, помогать этому движению и тем самым способствовать пробуждению в Эстонии.